Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMoney, и сегодня я расскажу, как загрунтовать холст. У меня вот такой вот холстик, рисунки по номерам из фикс прайса, вот, но рисовать по, ну, как не по номерам, а просто раскрашивать я не буду. Вот, я хочу его просто загрунтовать. Сейчас мы его с вами откроем. Я на него, кстати, уже делала обзор, ссылочку я оставлю в описании. Здесь также кисточка, все имеется. Это мы все убираем. Вот такой холстик у меня. Здесь все линии очень четкие. Поэтому я думаю, наверное, грунтовать придется в 2 или в 3 даже этапа. Вот. Давайте приступим. Кстати, вы можете вот здесь вот по бокам наклеить малярные ленты. Я, наверное, не буду. Хотела я, но не буду. Потому что тут залазить немножко. Здесь вот, в принципе, ладно. Вот, в принципе, можно и сбоку. Здесь он деревянный. То есть все хорошо. Не люблю я, честно, раскрашивать там все такое. Я люблю рисовать что-то свое. Так. И понадобится нам такой вот грунт акриловый, художественный, белый, 220 миллилитров. На самом деле он у меня уже немножечко старенький, он 16-го года, даже, наверное, пораньше, до 16-го он был. Вот, он был, когда я его купила, очень жидкий. Вот, было не очень удобно что-то делать. Вот, от Sonnet, кстати, да. Вот, а сейчас он уже такой стал густой довольно, такой... как сметанка такая. Вот, и понадобится нам кисточка. Смотрите, кисточка щетина, вот есть большая и маленькая. Ну, вы выберете такую, какую вам удобно. Мне удобно, например, такая. Так, это мы не будем трогать. И можете, кстати, себе что-то подложить. Вот она уже такая стала. И просто мазками. Можно, кстати, попробовать что-то нарисовать здесь и загрунтовать потом, если вы, допустим, боитесь начинать, если вы боитесь, что у вас не получится. Можно, кстати, еще грунтовать масляными красками, акриловыми белыми или масляными белыми. Я раньше грунтовала белый, ну просто масляной краской белой, когда не могла найти грунтовку. Все время приходила, все время ее не было, нет, не было, купили, купили, а потом вот пришла, она была по акции. Сохнет она, кстати, довольно быстро. Я уже грунтовала несколько пар холстов.
Ну вот. Вот, в принципе, и все. Она подсохнет, и я по ней, наверное, пройдусь второй раз. Где-то там по каким-нибудь вот тут вот местам немножечко. Вот тут вот чуть-чуть, в принципе, там загрунтовалась довольно хорошо, кстати. Вот. Можно вот так вот пальчиком тут пройтись. Ничего страшного, она потом смоется. Руки вы моете часто. Чтобы потом не оставалось там каких-то непонятных, некрасивых мазюк. А так. Вот. Оно вам даже почти не видно. Мне как-то повиднее немножко. А немножко вот, да, вот тут вот остались полосочки. Сейчас я их уберу. Так, топ. Кисточку можно помыть просто под водой с мылом. Вот, если, допустим, вы покрасили сейчас и хотите попить чай, вы можете просто положить ее в теплую водичку, потом вернуться, там прополоскать ее, тряпочкой отжать и как бы прогрунтовывать дальше. Вот, ну, не знаю насчет того, оставлять. Если оставишь, мне кажется, она просто засохнет. Не знаю, я никогда так не делала, всегда мыла, хотя... Ну да, если она акриловая, то, конечно, она засохнет, засохнет быстро. Вот. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие мои ролики, мои обзоры на холсты. И скоро будем с вами рисовать. И всем пока-пока.